приехали в Икею, в торговый центр погулять. Тут не только Икея, много разных магазинов. Зашли в кафе икеевское, и я вспоминаю этот анекдот про голодных студентов, которые в столовой заказали 2 сосиски и 8 вилок. А у нас 3 кофе, 2 булочки на 4, и обошлось нам это все в 2 франка всего-навсего. Конечно, пошли погулять по Икее, посмотреть всякое разное, в основном кухонное. Раскладные дуршлочки прикольные, металлические. Удобно для автодома, потому что места мало занимают. А вот такой у меня есть, только у меня еще с рисунком. Тоже эмалированный, белый, и на нем рисуночек. Терки прикольные для сыра. Удобно, наверное, вот такую. Это побольше. Над тарелкой так пармезанчик натирать. Такая штука у нас есть для морковки по-корейски. Это видно просто слайсами, чтобы нарезать. Формочки на 6 маффинов по 10 франков. И вот такая вот 8. Но я хочу такую, только вот так вот на 1/3 поменьше. И я хочу силиконовую, чтобы легко из нее было доставать. Никак не могу найти, чтобы мне подходило по размеру, и по цене, и по материалу, и по форме. Белая посуда. Больше всего люблю белую посуду. Такие у меня есть для яиц. Штучки, подставочки. Но иногда вот что-то такое небольшим объемом тоже сюда можно поставить, и на стол. Такие всякие фиалочки, эти уже не белые, это уже разноцветные. Вот стеклянные не люблю, как-то они мне что-то не нравятся. Люблю вообще белые, чтобы вся посуда была белая. Мне кажется, очень удобно на белой посуде, и еда как-то понаряднее смотрится, и можно миксовать с разных сервизов, с разных форм, их будет объединять цвет. Такие складные миски тоже для маленьких пространств удобно. Раз сложил, раз разложил. Сейчас на них акция. Вместо 4,95 стоит 3,95. Наверняка в каких-нибудь европейских икеях, в Италии, например, или в Польше, или в Германии, можно купить еще дешевле их. Иногда думаю купить какой-нибудь искусственный цветок, но потом смотрю, как он в жизни выглядит, и мне эта идея отпадает. Все-таки видно, что это искусственное, что это пластмасса. Никак не заменит живой цветок. И вот такую сервировку еще решила снять новогоднюю. Солома, подставки вот эти соломы, вот это игрушка соломенная, красные салфетки, черная посуда и золотые приборы. Странно, но сочетается. Как-то соломенная, ну, этот материал такой вроде простоватый, а вот эти вот приборы золотые и богатые. Ну, все вместе неплохо смотрится. Такие искусственные елочки мне понравились. По 5 почти франков вместо 15. Единственное, что мне как-то совсем не нравится, очень вот этот вот голый столб высоковатый. Хотя вот есть и чуть-чуть поменьше размер этого голого столба. И плюс они еще не расправленные. Мне кажется, если расправить, идеальный вот размер для нас. Детям уже большие елки не нужны. Мне интересно, я бы вот такую вот по себе елочку, мне бы вполне бы хватило. У нас сейчас есть тоже икеевская, очень похожа на эту, но наша поменьше. Это я так, конечно, елка далеко не самая главная вещь, которая мне в жизни сейчас необходима. Ну, может быть, кому-нибудь надо. Вот я считаю, что недорого, 5 франков.
пока по Икее гуляли, уже на улице темно. Но раз мы уже сюда приехали, идем еще погуляем в других уже магазинах. Сейчас везде всякие распродажи после новогодние. Может быть, что-то интересное найдем. Здесь Мюллер, здесь Фуст, там еще была Конфорама. Здесь какие-то магазины, Юск. Вот такие красивые олени. Ой, олени. Лошадки с каретой. Внизу такое кресло с оленями, эльфами, елками. Ксения говорит, что здесь был Санта-Клаус, баба Наталья, Дедушка Мороз. А возле входа Юск вот такой щелкунчик здоровенный. Высокий-высокий. Там Юск, но мы идем наверх, хотим в магазин в Дозенбах, вон он наверху. В Дозенбахе скидки на обувь, но пока ничего я не вижу, чтобы мне понравилось. Я хотела ботиночки какие-то, но типа этих, но не на таком высоком платформе. И кроссовки мне еще надо. Кроссовки хотела типа вот таких вот, чтобы были не тряпочные, а ну типа под кожу, кушзам какой-то. Вот эти неплохие 60 стоили сейчас 30, но я не хочу белые. Хотела на такое холодное время года потемнее. А те, что потемнее, что Дидасы, они без акции. 55 евро стоят. Хотелось бы чуть дешевле что-нибудь. Ну вот хорошенькие. Вместо 50 25 франков. Но белый цвет мне не подходит. Доброе утро всем, друзья. У нас сегодня вот такая дождливая погода. Вчера вечером был мороз, я вынесла на балкон одеяло и подушки посушить, те, которые у нас в кладовке хранятся. Мы ими сейчас не пользуемся, убрали в кладовку. И вчера Витя говорит, давай на улице мороз, вынесем их, как проморозится, и потом опять сложим. Вот, утром проснулась, слышу, дождь идет, вспомнила про подушки с одеялом, побежала, забрала. Вчера планировали поехать сегодня вдвоем, дети нас отпускают в Splash and Spa, там бассейны, сауны всякие. Ну, не знаю, какая погода, посмотрим, будет ли у нас настроение туда ехать. Ёлку эту вчера в Икее я все-таки купила за 4, там чем-то, почти 5 франков, 45 сантиметров она. Такая не слишком прям пушистая, но не слишком лысая. Гирлянду на ней, видите, зажгли. Она работает от батареек, вот такая вот маленькая штучка. А нашли мы ее на мусорке. Этот экоцентр, куда мы отвозим всякий картон, пластик, железные банки. Ну и всегда заглядываем в контейнеры, в которые люди выбрасывают всякие вещи. И вот такая елочка была металлическая. Я ее тоже забрала. Вот к ней она вот эта вот по передней, как бы с фасад, по фасаду была натянута вот эта гирлянда. Включили, она действующая, рабочая. Мы ее сняли, переставили на эту елочку. Не понимаю я вот в этом смысле швейцарцев. Очень много выбрасывают вещей, которые в хорошем состояние еще и вполне рабочие, хотя при этом они говорят, что они такие прям, ну вот, за экологию и так далее. Но им проще иногда выбросить, чем подумать, потратить время и найти, кому их отдать, кому их пристроить. Ну ладно бы поломанная была, но абсолютно целая хорошая вещь. Как можно взять ее и просто выбросить на свалку? Мне всегда очень-очень жалко. Я бы, не знаю, поставила бы какого-нибудь волонтера, который бы отбирал хорошие вещи и в какие-нибудь гуманитарные центры направлялась. Только посуды тоже много было. Я уже хотела отобрать, тоже отвезти ее в гуманитарный центр, но не было этим времени заниматься. Ехали в торговый центр, он ограниченное время работал, а нам надо было до него еще добираться. Но вот елочку не оставила я там, забрала себе.
сварила на завтрак овсянку. Ой, камера запотевает. Достала из морозилки блинчики с куриным фаршем и один пирожок остался. У меня сейчас цель опустошить хорошо морозилку, очистить ее полностью, помыть, разморозить, помыть и освободить и делать новые запасы. И варю на завтрак новым способом яйца. Вот так в силиконовых формочках, на водяной бане и под крышкой. Варю пока два, детки еще спят. Ну и в принципе посмотреть, что из этого получится. Первый раз варю таким способом. После обеда едем за продуктами в гуманитарку. Решили сегодня поехать на машине, потому что, во-первых, ни у кого нет билетов на автобус, во-вторых, на улице дождь, и в-третьих, нам нужно заправить машину еще бензином. Вот, будем как настоящие швейцарцы, там тоже большинство на машине приезжает. Пришли еще письма нам и из банка, и это, по-моему, толстые мне из хора шлют. Народ все равно с собачками под дождем гуляет. Да, это большое письмо, это из моего хора. Видимо, на следующую половину года программа, что мы будем петь, какие там вообще у нас песни, ну, многие старые, наверное, вот это вот какая-то новая. Ты чинези сон брави сольда, Ксения. Поняла? Вот. Будем изучать. Это то, чем будем заниматься вторую половину года. В июне у нас обычно, в мае еще какой-то концерт, и в июне уже такая заключительная встреча. Мы идем в ресторан, кушаем пиццу, обсуждаем планы на будущее, подводим итоги прошлого года. Вот. На улице дождь льет, с самого утра как начался, так и льет. Что-то у меня настроения ехать в аквапарк нет в такую погоду. Тебе хоть? Нет. Тоже не хочется. Наверное, сегодня дождь не поедем. Дождь со снегом. Да. Просто дождь со снегом. Да. Вот эти крупные капли, это, по-моему, снежинки. И ты будешь плавать, там бассейн открытый. Ну да. В лицо будет снег идти. Что это, кому это надо? Да. Другой раз съездим. Успела записать, машина мимо проехала, вся в снегу. Выше идет, даже вот здесь вот мы уже приехали, чуть-чуть повыше поднялись, и то вот эти крупные капли, это снег. Говорю, еле будет снег, пузо на снег. Эти горы не видно полностью, тучами закрыты, идет снег. Тут немножко повыше, и прям видно хорошо, снег такой падает, снег, вон на крыше машины уже снег, и вон горы, немножко видно сквозь туман, там тоже все в снегу. Едем домой. Что нам сегодня дали? Две упаковки яиц, 4 йогурта, готовая курочка, 1-2 хлебушка, еще где-то есть каштаны. Хлеб еще один, манго, печенье, упаковка пасты, какой-то напиток, не знаю, что-то там ватер, витамин написано, не знаю, что за вода, какой-то сироп, он, наверное, боже, раз, два, три, четыре, пять бутылок дали. 4 бутылки колы дали, бутылку тоника воды такой, 3 упаковки помидоры черри. Тыкву дали. Порежу ее на кубики, уберу в морозилку. 2 упаковки капусты, брокколи цветная. 2 упаковки с овощами. Вижу там перец, морковка, салаты. По-моему, где-то баклажан какой-то вот видан. Баклажан. Салата много. Какой-то соус, не знаю, что за соус, надо будет смотреть, открывать. Я думала, какая-то сухая травка, но, судя по консистенции, готовый какой-то соус. 2 упаковки, ну как упаковки, 2 пакетика с фруктами. Апельсины, яблоки, бананы, лимоны, хурму вижу. Тут то же самое, яблоки, апельсины, бананы, хурма тоже. Вроде все. И вот упаковка еще
хлопьев Nestle. Все. Хорошо, что мы никуда с Витей не поехали к вечеру. Дождь перешел в снег, техника ездит, он чистит дороги. Ну, конечно, мокрый, но все равно хлопот доставляет. Соседи снизу, вон гирлянда у них такая красивая на горшках с цветами. В общем, хорошо, что мы никуда не поехали по такой погоде. Остались дома.